ГИБДД предупреждает водителей о том, что зима все ближе, а значит, с каждым днем увеличивается риск появления гололедицы на проезжей части. Причем, как показывает практика, образоваться она может за считанные минуты. В первую очередь, в предрассветные часы. Поэтому владельцам авто рекомендуют уже сейчас менять летнюю резину на зимнюю, даже если среднесуточная температура воздуха, как сейчас, составляет 5-6 градусов выше нуля. Кроме того, в преддверии холодов стоит обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Проверить исправность световых приборов, стеклоочистителей, проводки и аккумулятора. Ну и, конечно, надо самим психологически перестроиться. Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи на автомобиле должны быть включены внешние световые приборы. В непогоду обязательно использование противотуманных фар. А в условиях сильного тумана необходимо снижать скорость до максимально безопасной и двигаться с включенной аварийной сигнализацией.